Два момента, Георгий. Я уже все сказал. Да, вы уже все сказали. Да. Вот итоги первого круга. Спартак может больше, на ваш взгляд? Мог Спартак больше сделать? Я итоги не подвожу, потому что впереди еще две игры чемпионата. Вы мне говорили. Ну да, первый круг завершился. Я отвечал вам на вопрос. Что надо весну подождать. Но это не чемпионский. Я не про чемпионство спрашиваю. А то что страшно? Ну вы удовлетворены итогами первого круга? Команда «Спартак»? Да. Я да. По поводу Соболева. На сегодня можешь сказать, что он лучший русский нападающий? Да. А кто тогда его конкуренты или их нет? Нет, даже мы говорим о лучшем. Да, почему? Он лучше. Для меня он лучший нападающий страны. Потому что я знаю его лично, я знаю его как футболиста, как спортсмена, как человека. И для меня он является лучшим форвардом страны. Ага. Хоть я и не должен это говорить. Это на камеру. Почему? Потому что завтра он будет мне тыкать это в лицо. Ну и нормально, это нормальная история. А что вы такого уж сказали? Последний вопрос по сборной. Вы против от мира отвечали, уже заканчивается контракт у Карпина. Вы хотели бы его продления? Я продлеваю. РФС. Ну, РФС, задавайте такие вопросы. Мне зачем задавать? У нас с Валерием Георгиевичем потрясающие отношения, мы в хороших отношениях, и на сегодняшний день он тренер сборной, и вот так. Куда ты будешь приезжать? Ну, хотелось бы. Я надеюсь, что Валерий Георгиевич вызовет меня сейчас. Сергей Александрович, я в кадр попадаю или да, нет? Да, конечно, конечно. Вот это самая ваша большая удача после матча. Да, да, я согласен. Это даже больше, чем вот интервью, честно. Последний вопрос. Георгий, у вас есть еще надежда? Заключительный вопрос. Да. Последний вы зададите лет через 50. У вас есть еще надежда когда-нибудь сыграть на чемпионате мира? Ну, когда? 26. Да, 26-м. 26-го? Да. Да, в 26-м году. Я хочу. А надежда? Я хочу. Надежда умирает последней. Спасибо большое. Спасибо.